Воспитанница Чувашской школы велоспорта Валерия Орлова завоевала бронзовую медаль в юниорском первенстве России по маунтинбайку в гонке кросс-кантри. Соревнования проходили в Челябинской области. Валерия Орлова выступала в категории спортсменов в возрасте 17-18 лет. Подопечная заслуженного тренера России Владимира Краснова финишировала с результатом 1 час 12 минут 17 секунд. Еще одна наша спортсменка Дарья Мирошниченко замкнула пятерку лидеров гонки.